Привет, подписчики, привет, газелисты. Сегодня, значит, меняем натяжной ролик на газели бизнес. Двигатель, значит, 4216. Ролик зашумел. Как мы это определили? С помощью, значит, хитрого приспособления стетоскоп. Я вам его уже показывал. Сейчас, значит, вам покажу процедуру замены данного ролика. Для этого лучше, конечно же, снять верхнюю часть телевизора. Она, в принципе, снимается несложно. Вот эти вот маленькие болты откручиваем. Болты на 10, на 8 здесь. Вот. В принципе, ничего сложного нет. Вот этот болт откручиваем. Здесь по бокам болты. Ну и, конечно же, лучше снять воздушный патрубок. Он тоже немножечко мешается. Мы вот вместе с крышкой сразу же сняли, вот, чтобы хомут, значит, не откручивать. Так, взяли, значит, вот такой хитрый ключ на 15. Можно и обычный ключ использовать, но таким ключом все-таки удобней. Запоминаем, как, значит, стоит ремень. Я вот вам сейчас покажу какое-нибудь другое видео, где, значит, лучше видно его. И запоминаем, как стоит ремень. Итак, значит, в сторону затяжки поворачиваем ролик. И он у нас ослабляет ремень, видим. Значит, второй рукой снимаем его с генератора. Вот. Сняли ремень. Теперь, значит, откручиваем болт и будем снимать ролик. Вот. Резьба здесь обычная. Вот. Откручивается он, то есть против часовой стрелки. Вот видим, какой ролик. Значит, что делаем с новым роликом? Сразу же советую снять пыльник каким-нибудь острым предметом. Можно плоской отверткой маленькой снять. Видим, значит, родную смазку. Здесь, значит, забит какой-то вазелин непонятный, который вытекает моментально. Буквально в первые 3 дня он у вас полностью вытечет. Поэтому советую забить туда нормальную смазку. Какую смазку забивать, я тоже показывал, делал тест смазок. Дам ссылку. Забили, значит, побольше смазки. Смазка не помешает. Когда забиваем смазку, ролик служит раз в 5, наверное, дольше. Все, забили смазку и, значит, устанавливаем его в обратной последовательности. Значит, поставили и затягиваем болт. В принципе, подобраться к нему не так сложно. Очень интересная конструкция. Ролик, значит, гладкий, а ремень по нему движется ручейками. В чем прикол, никто не знает. Почему ролик без ручейков? Мысли по этому поводу пишите в комментариях. Может быть, кто-то знает фишку этого. Да, кстати, если, допустим, у вас нет вот такого вот хитрого ключа, как у нас на 15, можно использовать 2 ключа. Значит, взяли один ключ на 15, вторым ключом его удлинили. Можно трубку там какую-нибудь использовать, одеть, потому что одним маленьким ключом очень тяжело его натягивать. Вот. Ну вот, в принципе, вся замена. Подписывайтесь на канал. Всем пока.